Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и это вторая часть завоза от мистера Люка 777 по большим донатам на канале Лего Плей. Я, честно сказать, просто офигеваю эти два дня, как в сказке, наверное, я даже не представляю, я прихожу каждый на стрим, и происходит что-то новое постоянно, какие-то байты, не байты, блин, вы еще скажите, давайте брови будем стричь, ну не знаю. Какие-то там шорты рви, брови там убирай тоже. Короче, было прикольно на самом деле. Кто не был, посмотрите нарезку, которая сейчас есть. Огромное всем спасибо, что меня поддерживаете, что реально топите. В комментарии очень много как бы людей, которые порадовались за меня. И это просто вообще благодарочка лютая. Ну, по традиции, найс! А хейтерам... Любимые фига Леги. Погнали смотреть. Приятного просмотра. Let's go. Собирать тул шмул. Все правильно, я уже спрашиваю, все правильно. Спасибо тебе, мистер Люка, так что в понедельник тебя не будет, ну ё-моё-то. Ну что за дела-то, мистер Люк? Вообще-то 10, по-моему. Спасибо, вот мистер Люк, за 10 тысяч. Спасибо. Спасибо. Так, я не понял. Это футболки пошли в разряд, мистер Люк? Извините меня, пожалуйста, я на самом деле не хотел. Я извиняю тебя. Я извиняюсь перед Максимусом за то, что я такой не смог. Сказали же потише, ребят. Голосуем за батю. Надо голосовать. Спасибо огромное. Ой, блин, все, хватит. Спасибо, мистер Люк, спасибо тебе. Желаю, чтобы тебе все вернулось вдвойне. Почему нельзя пользоваться ни клюшка, ни снайпой? Спасибо за мощный донат. Другого я могу пользоваться, не знаете? Футболки зачем жевать, всё. Сидит, живет моя футболка, живет. Блядь, кинь, всё хорошо. Долбоёб, потом будет без вар, блядь, и все будем сосать футболёб. Нет, чатик, какая минус футболка? Нет! Никакая не минус футболка. А ты кто, Фантомас? Мистер Люк сказал, футболку не надо больше рвать, не надо. Фантомаса на три дня нету. Понимаете? Не надо, он сказал. Мистер Люк сказал, не надо. Да, ты потерялся. Это мой чатик, не надо. Не надо. Отвык, да. Попробуй, может быть, нет. Не в ту галактику залетел. Вы читайте сообщение, что мистер Люк написал. Футболки не надо больше рвать. Было. А про холодильник он ничего не говорит. Хватит, блядь. Ну что вы такие бабики, блядь? Да хватит байкать мистера Люка. Ну хватит. Да что вы делаете-то? Ты прекрасна, как фея. Мистер Люк, да хватит. Все, хватит. Видишь, не рвется она. Не рвется. Ребят, Олег может без одежды остаться, минус если все рвать будет. Да сука, а чё не... Снизу, может быть, пойдет. Да сука, одежды, а минус одежда вообще. Чё себе? Как формат ты? Блять. Я не знаю, как ее порвать. Чатик, если будет плюс 35к, тогда будет в чате за маечку. Видали? Прикидон какой. Че ты ржешь, блядь? Ты сам без бровей походи, блядь. А ты без бровей походишь в городе, в котором, блядь, одни половина там психопатов просто. Блядь! Понятно, блядь. Вот так вот ты, короче. Не, я на самом деле... Давай, 200 тысяч берёшь. По одной. А давай одну. Олег, ну, выкинь одну. Вот тоже реально делать одну. Он говорит, 200 тысяч одну брать. Ты пошёл туда, блин. Сейчас, спасибо, мистер Люк. Пожалуйста, батька. Тоже иди на выбор. Я не пойду, я стар. Сейчас пойду Лили звать. Это пипец. Ничего. A few moments later.
Ну все, можно приступать. Стопка. Нет, хозяин, я такого не говорил. Не убивай. Только не пой, хозяйка, только не пой. Я много заработала. Где вы, Вородивер, там? Все, наверное, Таня, все уже, у всех деньги закончились. Завтра придем. Тебе много заплатили? Спасибо. У тебя ж бабла нету. Нашел? А где ты нашел? А где ты нашел? Афроамериканец, ты забыл? Говорим на форуме. Нельзя такое говорить. Ну, ранг выше сделаешь. Зачем мне это нужно? Мне нужно. Уже не за бабки ранги дают, ты же понимаешь, да. Мистер Лев, спасибо, что тебе сын хороший подарок от меня. Ты не заплатил. Спасибо. Спасибо огромное. Да ну чё ты там попал, блин? У тебя теперь, знаешь... Пошла игра слов, да? Дядя Мистер Лев, тебе знаешь, что подогнал? Да вы реально расстались теперь. Я буду нажимать на кнопку, а ты не будешь рулить и ехать. Эй, лысая башка, дай пирожка. О, здесь пирожка дают. О, неплохо. Да-да. О, кричать будешь? Будет кричать. Ты мужик, ты не правда, ты скала. Нет, нельзя. Пуш или бич, чтоб я понимал. Иди сюда.